Елабужском институте Казанского федерального университета прошла научно-практическая конференция по вопросам филологии и преподавания. Подробности в следующем сюжете. Научно-практическую конференцию посетили ученые, студенты бакалавриата, а также магистры и аспиранты. Мероприятие проводится на базе Елабужского института КФУ уже в пятый раз. Научно-практическая конференция нацелена на повышение квалификации действующих и будущих педагогов и филологов. Проводим пятую уже международную научно-практическую конференцию «Современные проблемы филологии и методики преподавания языков. Вопросы теории и практики». Конференция проходит в один день. Это сначала пленарное заседание, а потом работа по секциям. География конференции обширна. Гости собрались как из российских городов, так и из-за рубежа. Среди иностранцев участники из соседних стран и даже гости из США. Роберт Хасанов, Денис Сипайлов, Универньюз.